Друзья, всем привет, с вами Сергей, здесь я начал один прачек делать небольшой для фотостудии. Пришла вот такая в голову идейка, потому что я хотел что-то такое, как украшение или какой-то такой интересный стульчик сделать для студии, чтобы можно было детишек фотографировать, и не мог ничего подходящего найти, то вот я, друзья, решил сделать из моих вот таких вот обрезков с пилорамы. Вот что я сделал, я взял обрезок, порезал на вот такие вот части, концы пообрезал, их порезал на одинаковые размеры. Сейчас вот прохожу нуждачкой, делаю, чтобы не было колючего ничего, чтобы было приятно на ощупь, чтобы никто не загнал ничего. И будем делать вот такой вот стульчик-коробку, как декорация для фотосъемочек. Интересно, как оно получится. Мне нравится очень вот такая вот кожа. И у нас оно должно быть вот так. Мы положим 3 штучки. Вот так. Скрепим. И сделаем такой квадрат. Квадратное. И сюда смогут детишки садиться. И я буду ставить где-то в поле или в студии. И фотографировать вот на таком стульчике деревянном. Thank you.
Класно виглядає. Вот готовенькая сторона, так что коробочка скоро будет красивенькая, вот такая декоративная. Практически закончили, сейчас еще крышечку сделаем, стульчик до конца, и все, у нас полностью готовое будет. Будет готовый стульчик для детишек, для фотосъемочек. Друзья, очень красиво получилось. Теперь осталось провести эксперимент и сделать какую-то фотосъемочку. Ну что, давайте пойдем попробуем сделать пару фотографий с Марком нашим. Итак, друзья, как видите, сейчас сделаем некоторые тестирующую фотосъемочку с новой коробочкой для фотосъемочек. Поделаем некоторые фотографии, посмотрим, как это будет смотреться. Oh, there's a kit. And here it is for a shot. He's so cute, don't you? Let's go. Let's go, Marci. Oh, nice. Right now I'm using 200 millimeters to get the maximum blur and compression. Yes, yes, yes. We got it. We got some shots. Baby Kitty, там буде стояти. Так, тримай Kitty, Марк, тримай Kitty, тримай. Тримай Kitty, тримай, гладь. Добре. Китя, добра? Китя, добра? Мальчик, Китя, добра? Thank you.
Есть.